первая игра, дебют, как удалось сыграть, не обращая внимания на счет? Ну, в целом, я считаю, играли неплохо, грамотно оборонялись. Мы единственное, да, наверное, в атаке немножко не получилось, но все-таки создавали какие-то полумоменты, если стандартов были моменты, где можно было забить и что-то выжить. Ну и пропустили в концовке совсем необязательный гол. И так, в общем-то, и получилось. Какое-то моральное давление было в первую? Нет, давления не было. Конечно, было волнение, ну, такое, как бы, знаете, которое пропало с первых минут. А так, в целом, ничего страшного нет. Можно играть, побеждать. Эпизод, помнишь, как получилось? Как играли в тот момент, когда пропустили? Там, точно не помню, конечно, но был какой-то рикошет, что ли, подскок. Мы, в общем-то, не разобрались в штрафной. Следующий соперник ЦСКА, команда, которая вроде бы на шаг, на голову выше, вроде самого Ростова. Как к нему настраиваться, как к нему готовиться? Ну, конечно, будем тоже настраиваться и готовиться, и играть на победу. В зависимости от того, ЦСКА это или еще какая-то. Будем работать, двигаться дальше. Спасибо.